А вот эта кошечка первый раз зашла в свой домик. Осваивает. Ну как тебе твой домик? Будешь тут жить? Мне кажется, ей понравилось. Обходят домик. Салют, друзья! Салют, я с котиком в домике. Мы сегодня покажем, где наша Китти живет, какой у нее домик и как ей там уютно. Да, она здесь лазит, может. Здесь она коготочки чистит, да? После того, как кошечка родила 5 котят, мы купили ей вот такой домик. Он побольше того, что у нее был. И нам кажется, ей здесь будет очень уютно. Да. Где котятки? Очень. Там спрятались. Под кошечкой, да? Да. Да. А здесь у нее грязные ножки. Она сюда залезает и их чистит. Коготочки чистит свои, да? Да. А здесь крыс стоит. И здесь можно сидеть. Котятки здесь будут гулять, скорее всего. И большой будет кисти. И большая кошечка будет там? Да. Ой, она моет котенка, смотрите. Диана, ты в гости пошла? Китя все чистит, моет. Да. Молодец. Да. Она такая умничка. Умничка? Да. Сейчас мы ей дадим покушать? Да. О, Диана уже принесла кушать. Диана, можно я? Можно? Да. Это у нас целый процесс. Рома насыпает. Смотри, какая. Больше всего она любит консервы. Да. Вы не кушали. Это говядина. Говядина в соусе. Вот любитель покушать. А детки там ждут мамочку, пока она наестся. Как? Да. Нет. Она... Молочко вот так делает. А сейчас она как кушает? Вот так. Да? Да, консервы она грызет. Так. А так молочко, да, Диан? Она консервная, она глотает. Ну, наверное, как-то еще жует. Смотрите, она уже почти съела, пока мы с вами разговариваем. Да. Такая быстрая, буквально за минуту съедает. Кушает и мурлычет. Да. Посмотрим, что делают котятки, пока мама кушает. Ребята, привет. Дядя. Как у вас дела там в домике? Смотри, это смотрит. А думаю, где наша мама? Что она там делает? Кушает. Непослушно ее ждут. Никто не вредничает. Главное они. Да. Плотильные. Там еще 2 осталось. Она еще не вылезала свою миску, да? Ням-ням. Да-да. Ой, тебя уже зовут Китя? Все съел. Все съела? Да. О, смотрите, она покушала и пошла к деткам. Сейчас будет их кормить. Да. Они говорят, мама, привет, мама. Здесь там так. Она их моет. Да. Там травка. Там травка, да? Да. Это имитация. Это такая ткань по виду как травка. Ну, как настоящий домик, видите? Да. Даже газон есть, как у нас. Да. И все сказали, привет, мамочка, как твои дела? Она сказала, я вкусно поела, да? Теперь я вас могу помыть, покупать. Кошечка сначала идет по этой стене, потом забирается сюда и идут наверх. И такие какие-то что-то. Это они так гулять будут? Да. Да, когда чуть подрастут, будут так прыгать, бегать здесь. Мама, ты помнишь, мы покупали им игрушечки? Хочешь посмотреть сейчас? Они еще маловаты.
детки. Ну, можно попробовать. Может, они будут играть сейчас? Будет. Хорошо, сейчас посмотрим. Вот мы принесли игрушечки, которые купили. Да, есть мячики. Мячики вот такие разноцветные. Да, есть мячики. Это такой какой-то колокольчик, барабан. Это золотая рыбка с колокольчиком. А это что у тебя? А у Дианы мышь. Смотрите, какая мышь. И вот так играть. Видите, а если она так на шнурочке. Их. Давайте. Открывай. Хочу котятку, да. Пока Китти там их кормит, мы посмотрим игрушечки. Они очень легенькие, но коготочки хорошо будут здесь застревать. Да. А давайте еще рыбку откроем. Буль-буль-буль. Китти заволновалась. Диане самой понравилась эта рыбка. Мячики. И вот такой барабанчик. Диана играет как котенок. Мы достали котяток, чтобы показать, как они выросли. Мячики. Прошло только пару дней. Мячики. Они уже другие. Рома с Дианой их задабривают игрушечками. А Китя там себе в домике лежит и наблюдает. Вот, происходящее. Смотри. Они, смотри, это ты играется. Смотри. Ты куда собрался гулять? О, один вернулся к мамочке. Мамочка, привет! Второй идет к мамочке, смотрите. Такие смелые уже. А три котенка самостоятельные. Одному понравились Ромины сандали. Ты куда идешь? Смотрите, он пошел изведывать просторы. Еще один вернулся к мамочке, и она его обняла. Смотрите. Ух ты. Ой, мама зевает. Мам, тебе сори. В общем, да. Самые смелые – это трехцветный и светленький. Они сидят себе, все рассматривают. Мамочка, а давай котенкам дадем вот эти сарички. А ты думаешь, они уже будут играть? А я не знаю, тут играем. Да? Мне кажется, они еще маленькие, чтобы играть. Они могут только смотреть. Да, себя. Такие молчаливые сидят себе. Это Мику. Не могут понять, что происходит. Это Мику. Какие-то мыши гигантские тут обитают. Ой, смотрите, что они там делают. Не могут поделиться. Смотрите, они дерутся. Они уже играют между собой, представляете? Рома, да, смотри. Ты видишь? Вот это да. Ребята, что вы тут сидите? Вам никуда не надо. К маме, например. Смотрите, я веду мячиком вправо-влево, а он за ним смотрит. Видите? Изучает игрушки. Куда-то забрел. Гуляет здесь по одеялку. Смотри, какой хвостик. Маленький хвостик. Вау, кошечки уже большие, а у них еще маленькие. Что-то ходит кругами. Ко мне что-то ходит. Хвостиком тебя щекочет. Рома, смотри, здесь хвостик торчит. Давай. У кого-то хвостик не поместился в домик. Смотри, он зашел. Пошел к мамочке своей, она его лапкой. Дай. Говорит, привет.
Ой, обняла. Ты видишь? Да. Счастливая. Да. А хвостик все висит. Хвостик. Хвостик. Чей-то хвостик здесь висит. Это, наверное... Ты поправил? Осталась ты. Нам сказали, что трехцветных мальчиков не бывает. Значит, это 100% девочка. Привет. Да. Ты домой не спешишь? Не голодная? Такая хорошая. Ой, ей нравится, смотри. Мурлычет уже. Хочешь погладить? Да. Гладь. Рома гладит. Смотри, направляется в дом, наверное. Ой, смотри, идет домой. Боится, боится. Смотри, хвостик. Да. О, все. К мамочке пошла. Сейчас будет лазить по всем там. Где мое место? Дайте мне тоже место. Я тоже буду кушать. Кусь-кусь, ням-ням. Ой, чья-то лапка торчит. Ой, здесь уже и носик чей-то. Лапки, носики, хвостики, все вперемешку. О, здрасте. Класс. Ничего себе. Ой, чья-то спинка вывалилась. Это ж тот, который пытался только что залезть. Ну что, Рома, давай складывать игрушки. Да. После того, как поиграл, нужно что сделать? Складывать. Да, игрушки нужно сложить, чтобы было чисто и опрятно. Все. Рома, мы еще одну игрушку забыли? Мышку белую, я не вижу там белую мышку. Где белая мышка? Ага, вот она где. Запрыгнула на диванчик, да? Поскладывали все игрушки, покормили кошечку, уложили котят. Дневная программа «Кошка» выполнена. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте мне лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока, Ромчик. Пока. Пока, котятки. Вот магазин. Ой, что сделали? Плавничок еще. Ух ты, классная рыбка получилась. Вот такое яйцо-трансформер, где она попалась. Рыбка Дори. Смотри. Привет, Диана.